Привет рыбакам! Начинаем мы потихонечку завершать сезон зимних рыбалок. Последний лед. Уже тропинка до водоема выглядит вот так. Снега нету. Ну, в некоторых местах, правда, ледок еще стоит. Но волокиты едут уже по траве. Но вместе с этим лед за зиму намерз достаточно толстый. Поэтому, наверное, еще недельку мы прорыбачим это точно. Ну вот, ледок уже начинает от берега отходить. Видите, такая трещина большая. Вот она все так вот идет вдоль берега. Так что назад, потрескивает, да, назад будет интересно выходить. На рыбалку приехали мы сегодня с отцом. В прошлый раз достаточно хорошо половили. Поэтому как бы под старым впечатлением прибыли на тот же самый водоем. Да, лещи нас ждут, а мы их ждем. Ледок-то на самом деле не очень хороший. Ну, смотрите, какая трещина тут здоровенная. Прикольно. Шевелится. Шевелится, но. Как вот назад будем выходить, вот это интересно будет. Как назад будем выходить, вот это будет интересно. С разбега. С разбега на санках проезжать. Пришли мы, в общем, на старое место. Только немножко сместились вглубь водоема. Сейчас засверлю десяток луночек и буду все это дело закармливать. Ну, соответственно, покажу, чем буду кормить сегодня. И все подробно расскажу. Закармливать лунки я сегодня буду прикормкой покупной. И сварил кашу. И смешал это все 50 на 50. В общем, получилась классная прикормка. Вкусно пахнет. Вот. И кормить я буду сверху. Глубина здесь идет 5 метров. Течения нету, соответственно, никакого. И кормить буду сверху, чтобы у меня прикормочка плавненько падала вниз. И стелилась широким ковром под лункой. Первая плотвичка, хорошая, толстенькая такая. Ну вот не поймешь, то ли снег, то ли солнце, то ли ясно, то ли пасмурно. В общем, у рыбки в связи с этим тоже как-то настроение не особенно хорошее. Поймал я с первого круга всего-навсего одну сорожку, несколько окуньков. Поэтому сейчас я, скорее всего, поставлю
другую мормышку, поменьше размером, чем та, что у меня сейчас стоит. Заехал тут к отцу в магазин и приобрел тут мормышку интересную. Вот хочу на нее попробовать. Такая вот мормышонка маленькая, с бусиной арбузом, таким вот красным глазиком. Сейчас попробую на нее. Может, что-то из этого и получится. Ну вот и дядя мой подъехал. Виктор Петрович. Здорово. Ну что-то как-то совсем все грустно. Так что пойду сейчас пробурю еще пятак лунок. Закормлю это все дело остатками прикорма. Ну и будем ждать уже рыбу. Ну что, там ловит народ что-нибудь? Народ? Да. Ну вот тоже он с его Евразовски сидит, сырушку идет, сейчас вытащил. Ага. Больше ничего. Ты что ловишь? Я еще ничего не ловлю, только закормил. Ага, понятно все. Я еще наблюдаю за всеми. В подзорную трубу. Ну, в общем, после того, как я просверлил еще пяток лунок, закормил их, прошел оставшийся круг, поймал несколько окуньков, несколько мелких сорожек, вот, и одну сорожечку взял. Вот, ну, а сейчас пойду, дойду до дяди, перекушу немного и пойду проверять свежие лунки. Вот такую? Да. Грамм 200? Ну-ка пойдем посмотрим. О, какая! Здоровая плотва! Да? Вот ножик. Хорошая. Во, видишь? Кто-то попал. Кто-то бьется. Коробка. Хорошая. Ух, трай эту шлеску, смотри, что.
вот. Жирная. Толстая, толстая. Хорошая. Вот его сила. Хорошая. Ух, как бешено. Чумная. Толстенькая. Жирненькая. Хорошая. В общем, ребят, выход на, так скажем, вражескую территорию принес мне подлещика хорошего. Несколько увесистых плотвиц. Сейчас я хочу попробовать взять удочку со своим карбоновым сторожком. Поставлю чертика. Есть у меня один чертик, интересный чертик Димыча. По-моему, 0,58 грамма. Попробую на него пройти круг и посмотреть, какая рыбка будет клевать на эту приманку. Ну, как бы, конечно, надеюсь на то, что начнет проклевываться подлещик. Ну что, давайте попробуем половить на черта. Вот он есть. Либо это плотва.
Ну, я думаю, что это подлещик все-таки. Нет, это плато, а причем... Во какая! Офонарить. Вот это плотвень. Мощная какая, клюнула на черта. Ой-ой-ой. Здоровенная. Кусок мяса. Кто-то не выдержал, кого-то мы раздраконили. Ну, плотва. Нормальная плотва. Оторвался чертик. В общем, оторвался у меня чертик. Причем я не тянул, а спокойно вылаживал очень аккуратно. То есть чертик просто отрезал леску. И крупная рыба благополучно ушла. Был лещ где-то в районе килограмма. И, кстати, это уже второй раз, когда меня мормышки. Вот первый раз. Пиявка меня подвела. О, есть, ребята. Что-то очень хорошее клюнуло. Кто-то там подсел жесткий. Кто-то жесткий подсел. Вообще не идет. Вот, ух ты. Тихо, 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 тихо. Кто ты? Ой,
Ой. Фух, капец. Вообще никак. Вообще никак. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, понеслась, понеслась, да куда ж ты, куда? Ой, жесткая рыбка. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, мой хороший. Ой. Вообще никак. Просто воюет. Ой. Кто ты? Покажись. Покажись. Фух. Фу, убежал. Ах ты ж, блядь. Вот хотел я освободить крючок побольше на этой мормышке. Я завел в лунку окуня такого где-то килограмма на полтора. И мормышка отцепилась просто и трофей сезона благополучно ушел. Вот. Ну и сейчас чертик отрезал, получается, леску. Как бы по качеству изготовления, по качеству крючков мормышки-то нормальные. Но я думаю, что есть смысл пересмотреть громоздкий обвес на мормышке пиявка. И есть смысл каким-то образом развальцовывать те отверстия, в которые проходит леска на чертях, чтобы они не отрезали леску. Потому что клюнет трофей сезона, благополучно оторвет все из-за того, что чертик отрежет, допустим, леску. И вы будете счастливы, так же, как и я сейчас.
Ну. Заплатула. Мощная такая. Жирная какая, плотва здоровенная, четко.
Нравится ей такая проводочка. Ух. Вот это добрая рыбка. Такую брать можно. Все-таки я ее спровоцировал. Ух ты. Как она разгоняется. Ой-ой-ой. Хороший плотва попа. Не заходит. Ну какой чебучина. Мощь. В общем, ребят, я сегодня рыбы наловил просто какое-то обалденное количество. Причем основная масса была поймана с одной единственной золотой лунки. Луночка такая, я в нее чуть больше прикорма добавил. Ну и вот она сработала. Конечно, я не был готов к тому, что у меня подлещики будут клевать, грубо говоря, с каждой проводки. Причем садились рыбы на самом деле хорошие, к которым я, к сожалению, не был готов. Произошел у меня обрыв, также у меня был зацеп за край льда лунки. И в конечном итоге несколько хороших рыб я все-таки упустил. Вот. Рыбачили мы сегодня на акватории вместе с отцом. Вот, но он днем уходил к берегу для того, чтобы попробовать половить окуней. Ну и также на разведку по сороге. Но, к сожалению, никаких хороших результатов это не принесло. Поэтому у отца у меня сегодня улов поскромнее, чем у меня, но тем не менее, все равно каждый из нас свою рыбу сегодня поймал. Вот такая вот кучка рыбки у меня сегодня. Вот такая вот, ребята, кучка рыбы поймана у меня была сегодня. Вот. Ну и сейчас, наверное, самую крупную заберем. Я заберу на копчение. Мелкую будем отпускать. Да, а мелкую рыбешку будем отпускать. Закоптить эту. Вот эти две, а остальных амнистируем. Да? Да. Давайте. Идите. Давайте. Сейчас бы рыбаки увидали бы, как они выпустили.
сказали бы, вы что делаете? А? Себе это возьми. Не, я взял вот 4 штуки. Еще возьми, что, нормально прилечь. Да коптить-то что? Да два раза закоптишь. У меня есть 4 штуки, мне хватит. Ну, вот, искать. Давай, ребята, бегите. Туда. Сорожку. Ты будешь брать сорожку себе? Я уже выпустил все. А, ты все выпустил? Да, ну оставь мне сорожек. Помните, жалко. Угу. Вот еще. Мелкие подлещики пускай. Живот. Засолишь? Да. Пускай. Выходим домой. Трещинка тут вот такая. Видите? Вниз! Ой, дышится, знаете, как классно, ребята. Прям. О, красота. Все, уже снег растаял. Туда-то шли еще как бы самки волокуши. Катились по замерзшей этой земле. Нормально шло. А сейчас уже по сухому идет плохо. Ты кто? Эй! Нет. На, иди сюда. А сейчас колбаски мы достану. Че ты там дерево грызешь? Давай иди. Иди. Смотрите, а он не видит меня? Лижет. Так лижет, конечно. А я не знаю, он может есть, а нет? Видишь, может, значит. Вот молодец. Вот молодец. Ну, а зубки-то есть у нас? Да? Зубки же есть у нас? Вот молодец. Давай, кушай. Давай, вон тебе колбаска. Давай, лопай. Жизнь у меня такое счастье. Да, конечно. Какое? Чашу скинул? Да. Тоже стал покупать? Да. Ну что, барбос? Ешь давай, плохо чувствуешь. Вон еще кусок валяется. Во. Пожелаю всем рыбакам ни хвоста, ни чешуи. Хорошего настроения. Да? И встретимся, скажи, с вами со всеми в следующих видосах. Да.